Вот у нас сегодня Илона занята очень серьезным делом. Мы занимаемся с Васей вот такой вот вещью. Вы видите, что творится у нас? Илона держит вот так вот лапку Васи. И за это ему дают много вкусного винограда. Что происходит вообще? Мы учим Васю, чтобы он разрешал нам себя держать. То есть почему это нужно? Потому что мы тогда сможем ему делать укольчики. Вот. Вот это доверие, да, если он нам разрешит. Вот сейчас пока, видите, у нас не совсем. Вот. Илона просит его, чтобы он разрешал все-таки держать. Вот, шикарно, молодец, шикарный Вася. Помогу. Вот, видите, вот это, конечно, прекрасно, потому что Вася, видите, не выдергивает лапу, он начинает доверять человеческой руке. Следующее занятие мы начнем расчесываться. Прям расчесываться за клики, расчесываться. Никак у нас не... О! Ну вообще, вот это то, что мы хотели увидеть. Вот я даже по-дурацки начала снимать, но это гениально. Вот это было гениально, Илона. 5 с плюсом. Вот это вы супер что делаете. Молодцы. Хорошо вы закрепляете. Вообще шикарно. Ну, взятка должна быть большая. А еще Вася одновременно смотрит, что там вот Олег из деревни идет. А Олег идет с ведром слив. Да, сейчас мы нормальная такая деревенская работать. Жизнь. Ну, молодцы, молодцы. Просто гениально получилось.